Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы продолжаем играть в игру Jurassic World Evolution. И сегодня у нас будет бой Дилофазавра и Раптора, как мне написали в комментариях, ну, за вторую серию. Слава богу, я читаю комментарии по старым сериям. У меня сейчас минус такой на YouTube, у меня какого-то фига не приходит оповещение. То, что кто-то написал комментарий. У меня вот в колокольчике не приходит оповещение о комментариях. Мне приходится самому проверять видео, если там комментарии. Вот так вот у нас примерно выглядит ультравода. Вот так вот примерно выглядит. Она прозрачная становится. Глубину на ней становится видно. Правда, глубина тут не очень сильно похожа. Хотя, в принципе, нормально. Вид красивый, но сейчас нас не касается. Мы с тобой идем на наш богатый остров, чтобы провести бой. Добудем несколько ископаемых там всяких, но продаем на втором острове. Просто если будем продавать ископаемые там какие-нибудь, ну, из которых нельзя извлечь ДНК, например, и получить за это деньги, то можем поднять деньги. У нас на втором острове. Надо будет мне, кстати, в арк вскоре зайти. А то что-то давно не заходил. Ну что, Арк, вот честно сказать, просто игрушка уже, ну, не знаю, устал так от этой игрушки, потому что там, ну, бесконечный фарм, развитие и так далее, война может быть, еще там что-то. Я просто устал немножко от этой игры. Пока не вышло на нее дополнение, мне в нее играть стало немножко скучновато. Не, ну вот различия в этой воде, конечно, никакого нет. Но вот зато, которая в океане у нас вода, та стала другой совсем. Ну вон, примерно видно. Вон там в углу. Она стала прозрачнее. Так, ну ладно. Открываю карту. Инкубатор. Слава богу, велоцираптор уже есть. Модифицировать геном. Стойкость. Но почему бы и нет? Давайте ящерицу засунем. Потом насчет атаки. Повышается атака, живучесть. Насчет атаки это ему влепим. Это пока у нас просто будет раптор такой пробный. Пробные рапторы, пока загоны не делали, потому что не напроходили достаточно миссий. Так, а что это я изучил? А, выработка энергии. Получше, что ли, это что, пустая ячейка, выработка. О! Так. Исследование. Улучшение зданий. Экономическое содержание. А, экономичное содержание. Снижается стоимость содержания улучшенных электростанций. Ага, понятненько. Больше ничего интересного нет, да? Мысли.
Твою мать, трицератопс, ты чё разбуянился у нас сегодня? Ну-ка. Ремонтная бригада докладывает. Чё-то трицератопс вон резко сломал забор. Убойный. Чё это он? Угрожает безопасности гостей, а? Ну снимите вы его уже. Вы чё, по трицератопсу попасть не можете? Попадаете, блин, по диофазавру секунд там за 10, а тут за 20 по трицератопсу можете попасть. Ну-ка, назад его. Требуется забрать актив. Ну да, так. Пока подожду. Пусть выводится. Не переключайся. Так, ну что, я их тут усыпил. Осталось только сделать перевозку на нашу арену схваток, так сказать. Собираюсь забрать актив. Кому там кормушки пополнить надо. Да ёлку мать, заебали ограждение ломать, вот честное слово. Угроза динозавра. А мне, блин, боит, когда устраивают гладиаторов. Кто сломал? Да ёб твою мать. Трицератопс, ты чё такой буйный сегодня? Конечно, подтверждено. Чё-то буйный вообще. Принимаю запрос для ремонтной бригады. Всё, хорош. Команда рейнджеров 3, добавить задачу, пополнить нафиг. Добавляю задание. Этим сейчас там тоже дам задание. Перевозка актива. Все, и нехрена мне тут хренью мается. Вот когда вот начинаем бой, все время что-то начинает делать. Под дождем, что ли, бой будет? Под ливнем. Вон они летят. С какой там эту зацепили буйного. Буйный трицератопс спит. Подальше его. Выдвигаюсь забрать актив. Подождем пока, чтоб у нас тут долетели. Кстати, можешь тоже предлагать свои бои. Не забывай про рубрику. То, что можешь предлагать, какой бой хочешь увидеть. Вон, трицератопс у нас там подняли. Вон, короче, ты можешь предлагать свой бой. Давайте. Выпускайте сюда. На мою гладиаторскую арену. Так, ну вот, велоцираптор приехал, давай от него посмотрим. Сейчас, кажется, будет жесткий бой. Вау,
круто. И кто ж победит? Не, это реально круто. Достойный бой. Мне нравится. Диофазавр проигрывает. Диофазавр проиграл этому великолепному раптору. Это круто. Я думал, то, что будет как с Дракорексом и Диофазавром, но тут все по-другому. Необходимо забрать актив. Тут все намного интересней. А вот вопрос, велоцираптор же этим по-любому проломит электрический забор. Тут даже сомневаться не надо. Давай добавим задачу. Усыпить и продать. У нас просто пока нету нормальных барьеров для велоцирапторов. Они легко ломают электрический забор. Если диофазавр ломает электрический забор, то и велоцираптор явно тоже сможет эту штуку проявить. Сегодня у нас вон чемпион велоцираптор. Так, ну вот и все. Продаем его. Так, комната управления. Так, экспедиции. Хочу вот стащить вот источники с костями. Что за улучшение здания? Вот это вот что ли дает? Очень интересно. Перевожу актив. Вообще, по сути, тут сейчас делать нечего. На этом острове. Я его, можно сказать, прошел. Денег до хрена у меня тут на нем. Вывожу кого хочу. Вот этот вот забор ломает, его не надо выводить. Так. Трицератопсов бы побольше. Вывести. Так, что у нас насчет этих раскопок? Экспедиции идут долговато, не правда ли? Сейчас у нас будет, кстати, шторм. Так, 1 минута тут до выпуска. Кстати, может быть, скоро стрим будет у нас по этой игре. Ух, ты ж мать твою. Нифига себе бабла. Все, это 100 тысяч, 100 тысяч, 360 тысяч, 100 тысяч, 360. Все, мы богатее. Путешествуем на другой остров. Тут.
Надеюсь, игра не вылетит, а то будет очень жестко, потому что записывать по два раза мне неохота вообще ни в какую. Так. Штурмовое предупреждение, твою мать. Люди. Валите в убежище. Орать святого. Даже сейчас будет пиздец. Так, я могу, в принципе, сейчас зайти сюда, продать это все, срубить бабла. Нормально, срубил. Теперь. Я тут у кого выполню задание? У тебя, да? У него тут задание выполнять. Получите новый геном. Контракты. Этот контракт какой-нибудь взять. Новый. От него. Займитесь этим контрактом. Чувствую, мы оба об этом не пожалеем. Вон дилфозавр, так дилфозавр. Так. Никто не любит деньги так, как люблю их я. Ладно, кто-то любит их даже больше, но... Когда речь идет о наших динозаврах, я откладываю деньги в сторону. Возможно, это самое важное открытие за всю нашу жизнь. Разве такое можно продать? То есть, конечно, вы так и сделали, но я остаюсь при своем мнении. Так, наконец-то будет центр ОСА. Штурмовой станции радиус нормальный. Люблю штурмовые станции. Дамы и господа, приносим извинения за все неудобства во время недавних аномальных явлений. Так, вот, с этим динозавром все нормально. Что-то тут динозавры вот разбегались, которые сбежали. А что это тут энергии нет? Мне еще одно это вставить, что ли? Так, ну что, думаю, если отрубилась электроэнергия, у нас же теперь хватит денег, чтобы... поставить электростанцию, хотя бы малую. Думаю, хватит энергии. О, вот и все. Отличненько. Дорожку поставим. Супер. Красота просто. Так, надо вот посмотреть на всю карту самого острова. Я думаю, где тут вход? Без понятия, да? То, что где-нибудь вот здесь можно будет центр поставить. Это как-нибудь попозже. Хотя в отделе развлечений здесь обожают яркую иллюминацию. И она у нас есть благодаря вам. Так, стоп. Центр ОСА. Отлично. Добавить задачу. Без проблем. Обезвредить. Добавляю задание. Не, технику мне не надо. Выбери-ка мне, пожалуйста, вот эту штуку. А я хочу пустая ячейка. Точность. Скорость перезарядки.
Я еще третий изучал, да. Планирование покрасить. Ну, чё ты не красишь? Так, ладно. Сейчас вызову там службу перевозок. Так, кому там из динозавров? Я знаю, что вы заняты. Иди нафиг, наука. Продайте дело фазавра. А вы думаете, то, что вот так вот выгодно выводить, да? Он стоит 529 тысяч. Блин, тут бабло прям уходит и уходит. Твою дивизию. Бабла нет вообще. Ой. Кого поставить, да? Чтоб бабло-то было. Кого люди любят? Блин, дорогие динозавры вот эти. Дракорекс. Чунгозавр. Ох. Дорогие. Все тут дорогие. Бабло снимает ни за что просто. Так, все, давай, да. Необходимо забрать актив. Принимаю запрос на сбор активов. Все, супер. Так, пацаны. Помните, плиз. Отправляюсь к кормушке. Я даже не знаю, как на этом острове развиться-то. Бабла толком нет. Могу я этого вывести? Рейтинг повысится. Могу их двоих вывести. Перевожу актив. Начата перевозка актива. Я повышу рейтинг немножко, может быть, бабло будет приходить. Да твою мать, в смысле не удалось? Вы чё? Офигеть, говорят, не удалось вывести. Вот за что у меня бабло отбирает. Получите новый геном. Перевозка завершена. 75%. А ты-то чё? Ну-ка, я сейчас еще добавлю задание. Актив перевезён. Я в долгу, получается, остался. Ну, ребята, что могу сказать? Сейчас, может быть, этот выведется, повыше хоть рейтинг немножко. Вспышка болезни, бля. Ой, только не это. Какая вспышка болезни, где? У кого? Ты чё? Задание получено. А вот это Олеч не могу, видите ли. Видишь? Бабла нет. Пипец какой-то. Не парк. Ладно, дорогие друзья. Буду налаживать проблемы на втором острове. С вами был Тутэмпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать свои драгоценные комментарии. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутэмпаут, всем до скорых встреч, всем пока.